Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Dream Defense, то есть Защитник снов. Так, ну что же, у нас с вами эпизод первый. Первый уровень, поехали. Так, город-призрак. Задействовано оружие, то есть какой-то автомат. Враги, какие-то призраки. Играть. Нажмите новичку, чтобы получить бонус. Нет, мне это не нужно ничего. Ребята, играем мы с вами вот за такого медвежонка. Это игрушка того самого мальчика, который спит. То есть по заставке было показано, что мальчик ложится спать, берет с собой вот этого плюшевого медвежонка, засыпает, ночью открывается дверь, и вот эти вот всякие призраки-демоны начинают залетать в комнату к нему. Медвежонок подрывается, берет первое попавшееся игрушечное оружие в руки и начинает их расстреливать. Так, защитите Робина. Нажмите на чудовищ, чтобы уничтожить их. Это я уже понял. Вот таким вот, ребята, незатейливым образом мы с вами защищаем нашего, так сказать, дружка-паренька Робина. Нажмите и удерживайте палец, чтобы стрелять непрерывно. Ну. А, ну вот. Вот, видите, все, ребята, хорошо и отлично идет. Расстреливаем. Так, последняя волна. Довольно быстро все идет у нас. Кстати, я не знаю, ребята, у меня осталось ли это прохождение в ранних видео, но я эту игру играл уже раньше. Так, вы открыли петарду. Урон множеству врагов. Да, она действительно чем-то похожа на ту же самую, как говорится, атаку на болоте, в которую мы сейчас с вами играем. Да, есть что-то схожее, да. Но посмотрим. А вы, ребята, пишите мне в комментариях, стоит ли ее продолжать дальше играть. Так, держать, Роберто. Нажмите, чтобы перейти на следующий уровень. То есть я Роберто, да, медвежонка так звать. Так, задействованное оружие, так, автомат. И у нас еще с вами 5 петард. И враги какие-то новые, ребята, призраки. Такой медвежонок, да, зло. Так, дом ужасов. Я вам сейчас тут петарда. Петарда наносит большой ущерб по области. Применяйте петарды против крупных групп призраков. Ну, давай. О, ребята. Ни на что не напоминает вам, а? Я думаю, что многие, наверное, узнали. Ну, точно как это. Болотная атака. Так, тихо. Вот здесь вот вас много. Давай проверим. Опс. По шикандосику. Так, призраки, валите отсюда. Не мешайте Робину спать. Ну. Так. Также, ребята, здесь будет очень много всякого вида оружия. Также его можно будет прокачивать. В общем, все это увидите. Так, вы открыли пейнтбольный пистолет. Урон по территории отлично работает против групп врагов. И опять же мы с вами зарабатываем еще гемы. Так, а вот гемы я не помню, для чего нужны. Грядут новые кошмары. Давайте продолжим. Ребята, это не призраки, это, оказывается, кошмар. То есть мальчику будут сниться, кошмары. Плохие сны. Мы, короче, защищаем его спокойный сон. Смотрите, ребята, враги. У нас какой-то комар со шприцом вместо этого хоботка. И пистолетики. Вот, 60 патрончиков в нем. Поехали, ребят, будем смотреть. А почему здесь, ребята, вот эти вот овечки? Так это потому что, ребята, тихо. Пейнтбольный пистолет. Для пейнтбольного пистолета нужны боеприпасы, но... Оно может поражать несколько целей одновременно. Переключиться на пейнтбольный пистолет сейчас. Ну. Оу, по красоте, ребятули. Смотри. Ух ты. Слушай, урон действительно такой множественный. Я получаю также мультиубийство. Ну, вот действительно чем-то напоминает болотную атаку. Вот прям один в один. Только там мы на болоте, а тут мы защищаем паренька. Так, тихо. Так, у меня патрончик-то есть. Главное, чтобы не кончились. В неподходящий момент. Так, мы хотим вам помочь. Нажмите на вечку, чтобы получить бонус. Так, пистолетик мне дали. Ладно, спасибо большое. Тихо. Комары. Или кто вы там? Ребята, я не знаю, кто они, но похожи на комаров. Есть. Еще одна спокойная ночь. Что это такое? Вы открыли оружейное. Улучшайте оружие и снаряжение, а также покупайте боеприпасы в оружейной. Первый бонус за победу. Слушай, ну это неплохо. Так, сохранение в облаке. Да, наверное, сохранимся на всякий случай. Так, ежедневный подарок. Нажмите на ящик, чтобы открыть его. Нам достается одна петарочка. Ну, спасибо вам большое. Конечно, собрать.
Так, давай зайдем в оружейную. Добро пожаловать в оружейную. Здесь вы можете приобрести патроны и улучшения. Купить боеприпасы бесплатно. Давай, бесплатно возьмем. Так, бонусы. Опять же бесплатно, спасибо. Оружие. Так, обойма побольше. А где обойма? 155 патронов, да, ну-ка. У вас хватает минералов сна для улучшения. Ну-ка. Давай. Ничего не понял, ребят, что тут произошло. Но я вижу, что кроме пистолета у нас здесь появится какой-то... Это не арбалет, это даже лук. Ну, тем не менее, ребят, что это за башмак тут какой-то с зубами. Режим выживания сложнее, чем остальные. Не забудьте запастись боеприпасами. Подожди-ка, а при чем здесь выживание? Я же вроде бы просто сейчас пока играю. Какое выживание, ядрёна вошь? Так, ладно, будем готовы. Режим выживания. Выживите в кошмаре в течение следующего времени. Одна минута? Хорошо. Я попробую. Давай, давай, давай. Колбасить их всех тут. Выживите, главное, да, ребята? Мы с вами защищаем. Дай-ка я вот так сделаю. Подожди, ага, овечка. Воу-воу-воу, ребят, смотрите. Да что ты прицепился? Тихо, не прокатит такая фигня. Нифига себе, сапоги-то, ребята. Оу, бомбить-то по ним сколько надо, чтобы их подбить. Это невыгодно. Так, овечка, ты как-то не вовремя появляешься, не там, где нужно. Так, подбиваем, подбиваем, подбиваем. Ребят, не спим, не спим, нет. Пускай спит у нас вон мальчик, которого мы защищаем. Мы защищаем ее. 16 секунд осталось. Это совсем немножко. Да ёпарсоте. Да отвалите вы сколько. Главное, чтобы у меня, ребят, патроны хватило. У меня их очень мало. Очень мало осталось у меня. Бомби, 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 бомби. Без остановки. Перезарядка твоя долгая, вечная. Давай, 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 давай. Отлично. Есть! У нас получилось еще одна спокойная ночь. И Роберт спит. Вы открыли миссию овечки. Отправьте овечку на миссию по сбору минералов сна. Вы выиграли. Так, посмотреть рекламу и получить дополнительный ящик. Так, что же нам тут выпадет? Ага, монетки, спасибо. Еще монетки и... монетки. Удвоить сейчас? То есть это... за рекламу, наверное. Нет, это не за рекламу, ребята. Это за донат. Нет, спасибо большое, я не хочу. Я обойдусь и без этого. Так, отправьте овечку на задание, чтобы раздобыть больше минералов для сна улучшений. Так, отправим. Овечка-ветеран возвращается через 12 часов с огромным бонусом. Ну, я отправил, ребята. Овечка-ветеран ушла на поиски. Офигеть, на 12 часов. Давайте ускорим выполнение задания, чтобы получить бонус моментально. Ага, бесплатно. А вы получили большой вот такой, ребята, рюкзак. И что же нам выпадет из него? Это что такое? Ребят, я не могу понять, что это такое. Это какая-то луна, кристалл или что? А, минералы сна. Вот оно что такое. Понятно. Так, давай еще, наверное, отправим, да? То есть я могу отправить только одну овечку. Угу, понял. Несмотря на то, что у меня их есть три. Так, оружие на меня, ребята, сюда вызывает. Что-то я могу здесь улучшить. Я могу, видимо... Так, больше урон. 1500, а у меня сколько? О, у меня деньги есть. Купить боеприпас. Ну, вот боеприпас-то однозначно нужно купить. Так, сколько тут можно максимум-то? Хоть сколько, что ли, я не могу понять. Ладно, пока хорош. Подтвердите улучшение. Подтверждаю. А вот это как открыть, ребята? Открыть сейчас за 20 тысяч. Ёлки-палки. Слушай, ну оружие тут нормуль так у нас будет. Плюс бонусы. Тут мороженое, какой-то ловец снов, птичий налет, шаровой таран, тыква-бомба. Так, вертушка торнадо и ступня супер-робота. Вот даже как. Так, ну ладно, обойма. Так, размер обоймы. Максимальный, ребят, максимальный размер обоймы я вот сделал себе. Это 40 патронов, я так понимаю, да? В одну обойму влазит. Так, обновление не хватает у меня уже, да, денег? У меня всего 917 монет осталось.
Ну что, ребятушки, я думаю, что пора немножечко повоевать. Так, как у нас там начать-то? Ага, вот. Один уровень... А, уровень одним глазком позволяет попробовать будущее оборудование бесплатно. Поехали. Будущее оборудование бесплатное, поехали. Так. Ничего себе, он там... Тортами. Так, одним глазком, значит. Лук с дротиками. У некоторых врагов будет защита в виде пузырей. С помощью лука с дротиками ее можно пробить моментально. Ага. Вот оно как. Так, морозилка. Если враги подбираются слишком близко, их можно остановить. Заморозьте их при помощи морозилки. А где морозилка? Где морозилка? А, вот она, морозилка, да? Ладно, пока мы не будем, ребята, ее использовать. Ну... Блин, шикарное, ребята, оружие вот это мне вообще нравится. А ну-ка. Точно, видели, как мы? Моментально, так, овечка. О, спасибо за морозилку. Давай, бомбим, бомбим их. Так, последняя волна. Мультиубийство. Все? Нет, не все, ребята, еще ползут гаденыши. Ползут, летят, ну. Да как, во, все, ребятули. Мы прошли с вами, отличненько, просто великолепно. Так, вы открыли лук с дротиками. Стреляет проникающими дротиками, отлично справляется с пузырями. Так, еще 10 гемов. И мы еще заработали с вами сундучок. Достижение даже новое появилось. Так, 57 монет, 11 этих кристаллов сна и еще 18 кристаллов сна. Удвоить сейчас, но это, ребят, за деньги мы не будем. Так, это рекламка, нам она не нужна. Ну что, шестая миссия, ребят, что у нас там в магазин моргает? Что он мне хочет показать? Ну это офигеть, ребят, ну 16 тысяч, это почти 6 тысяч реальных денег. Офигеть, скины. А скинов-то почему-то здесь и нету, ребята, смотрите. Так, минералы сна, спецбонусы. А где вот эти доллары брать? Это, наверное, ребят, донат, донатска, да? Робови топчет врагов, убивая всех в один момент. То есть это как супер ульта. Ну что же, а у нас шестая миссия. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько тут врагов-то у нас стало. И с пузырями, и без пузырей. Оу. Так, о, ребят, смотрите, у меня какая обойма, офиг. Так, погоди-ка, тут у нас чувачок был. Да ёпарсоте, иди отсюда. А пистолетик-то хороший, я же его прокачал. Да ё-моё, ну-ка. Так, овечка. Овечка у нас монетки дает. А знаешь, что я тебе скажу? Надо вот, ребят, переставлять кнопки, чтобы можно было переключаться здесь с помощью кнопочек. А то вот так вот все время перескакивать как-то не с руки, вот мне, если честно. Так, овечка. О, спасибо тебе за... Вот так вот, видел? Слушай, у нас на дротиках-то очень мало запасов. Последняя волна, я очень рад этому. Ребята, можно этот пузырь пробить. Даже не обязательно его из лука бомбить. Но очень долго. Очень долго в него надо стрелять. Вот что. Есть. Но, тем не менее, у нас получилось. Замечательно. Так, первый бонус за победу. И мы опять. Так, дополнительный ящик. Ну, это понятно. Если мы будем с вами рекламу смотреть, то мы будем с вами получать двойную награду. Может быть, этим надо будет заняться рано или поздно, потому что... Как вы знаете, потом мы с вами обычно встреваем где-нибудь, и нам вечно чего-то не хватает. Так, новое. Что я могу сделать? Я могу... Больше урона я не могу сделать. А вот боеприпасики прикупить-то мне полюбасику надо будет. Во! Недостаточно. Я понял. Так, и это у нас уровень, ребята, прокачки. То есть второй-второй. А тут первый. Так, ну что, седьмой этап. Поехали. Ёлки-палки, их тут все... Больше и больше, и они все сложнее и сложнее становятся. Нам нужно, ребят, побольше, наверное, овечек. Нате. Слушай, ну, вот мне нравится, ребят, как у нас работает лук с дротиками. А вот этих вот говнюков не так легко подбить. Да ее просто, вы что, спите? Вы издеваетесь, что ли, вот так вот? Ну-ка, сдриснул. Так, овечка, овечка, говорю. Так. Сапог, по-моему, самый сложный в данный момент из всех монстров. Потому что он такой довольно... Да я хорош, ты... О, все, ребят, все идут в пузырях, эй! Не зря я все-таки тут прикупил, а? Патрончиков-то. Замечательно, просто шикарно. То есть пузырь, ребята, мешает только нам вот на начале.
Как только мы его пробиваем, все сразу же становится хорошо. Ага. А вот это наверху, оказывается, время идет до сна, видите, ребят, вот. До пробуждения, точнее. Вот здесь он спит, и утром он уже встает. Так, вы открыли квесты. Какие еще квесты? Выполняйте ежедневные квесты и получайте скины и другие награды. А, вот оно что. Скины только сейчас нам открылись. Понятно, монетки, монетки. Все понятно, монетки. А где у нас... Во, квесты. Выполните все ежедневные задания и выиграйте элементы скина. Квесты обновляются каждые 24 часа, поэтому не медлите. Так, скины. Теперь вы можете придать Роберто уникальный внешний вид благодаря скинам. Каждый скин отвечает за определенный навык. Роберто, Роберто. Лучший друг Робин, ну это понятно. Так, что ты мне сюда тыкаешь? Собирайте элементы, открывайте новые скины и улучшайте их. Элементы можно найти в ежедневных квестах в магазине. Ну, скинов-то тут... Тут скинов-то, ребят, хватает. Тут от полицейского... Так, тут, я так понимаю, есть обычные, раритетные, да, и легендарные, видимо. Пасхальное яйцо с начинкой из всяких хохоряшек. Так, собери все элементы, чтобы открыть скин. Задействуйте скин, чтобы активировать его навыки. Пассивные навыки работают, даже если вы не носите скин. Ага. Так, что нам опять в оружейке, ребята, хотят показать? Так, больше урона. А почему я не могу себе... А, ну понятно, нужно 20... Да, 20 тысяч, ребят. Ну давай повысим. Так уж и быть. Ага, не хватает, типа, да? Ну, нам, в принципе, больше и не надо. Ну что? Я могу пройти квест? Победи, используя только... А, все, я понял, ребята. Это у нас вот обычные задания. Это, знаете, мне что напоминает? Вот именно вот это. Это уже из Dino Bash. Там тоже задание выполняешь и получаешь всякие валуны. Ну, в общем, всякие плюшки, бонусы. Ну, а у нас 8-й уровень. Играть, конечно же. Не смотреть же. Так. Режим выживания. Выживите в кошмар... Я понял. Так, давай. Будем выживать. Получил? Получил свое. Нам нужно опять же, ребят, продержаться минутку. Блин, я, по-моему, ребят, не прикупил. Да, я только сейчас посмотрел, что я не прикупил боеприпасика в себе. И это плохо может сказаться нам в дальнейшем. Так, так, тихо, тихо, тихо. Вот это, ребят, запаривает, конечно, все время переключаться вот сюда вот. Надо все на кнопки установить. И будет нам с вами счастье. Так, овечка. Вот он, кирзовый валенок идет. Давай, 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 подбиваем его. Ать, вот, по красоте. Так, комарики, кошмарики, не пролетите. Овечка, иди сюда, пистолетик дай сюда. Ну-ну-ну-ну-ну. Да ёпросто, не пролетайте, не подлетайте вообще. А-а-а! Готово, готово. Слушай, а сколько надо стрелять в него так? О-о-о, долго, очень много. Да, ребята, наступило утро, и мы с вами выиграли. Так, вы открыли морозилку. Замораживает множество врагов, и это хорошо, это замечательно. Так, ну что ж, давай открываем с вами сундучок и забираем монетки, монетки. О, даже гемы выпали нам. Вот так-то вот. Не только, как говорится, это выпадает. Квесты, смотрите, ребята, победите, не используя бонусы. 3 гемчика забираем. Так, получите все элементы для скина этой недели. Ага, если мы с вами выполняем 3 задания, нам дают 3 скина, а нужно их 7. Оу, популярный скин. Получите все элементы для скина этой недели. Такой чувак, хо-хо-хо, а какой у него? Так, пинбольный пистолет урона 10% и пинбольный пистолет урона еще 5%. Странно. Так, погоди-ка, там что-то было, ребята, особое. Что такое особое? Новые, редкие, применимые и особые. Так, ладно, в любом случае мы с вами получили 3 гема, пока. Ну что, ребят, да... Ух ты, тут... А, смотрите, тут также эпизоды. Значит, тут будет босс, походу. И мы сейчас... Ребят, мы, по-моему, сейчас с вами пришли к боссу, скорее всего. Ну, давайте, давайте пройдем. Так, погоди-ка секунду, пройдем. У нас денег сколько? Мало денег. А мне нужно купить боеприпасики.
Так, 99 гемов с обычными скинами. Нет, я пока тратиться не собираюсь. Мне нужно в оружейку, срочно. Так, у нас с вами... Ага, есть оружие. Очень мало, ребята, у нас патронов. Давай-ка докупим. Докупили! Всего лишь 160. Точнее, 28 дротиков. Этого мало, наверное, мне кажется. Ну что, давайте смотреть, ребята. Этот уровень с боссом. Запасите побольше боеприпасов и готовьтесь. Уровень с боссом. Замораживать, я понял. Так, твой худший кошмар, ребят. Мне так и сказали. Твой худший кошмар. Давай, 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 давай. Пробиваем, пробиваем этих говнюков. Блин, валенки идут. А валенки не подшиты, старенький. Да валите вы нафиг, ядрени фени. Что ты там хрюкаешь мне? Хрюкало еще. Ребят, у меня 4 петарды. Во! Замечательно, петардочки работают. И не забываем... Не забываем, что у меня есть морозилка. О, еще петардочку мы выбили. Так, последняя волна. Я думаю, справлюсь, ребят, я надеюсь, что... Справлюсь, зачем я вот это сейчас сделал, а? Вот я сейчас сглупил. Оу, ты смотри, кто там вылетел. Ребят, не отвлекают эти комары. Ты посмотри, это же босс. Заморозка нафиг, конечно же. Так, я хоть пробиваю его? Да, вроде бы пробиваю, ну-ка. А вот это как хреновенько его берет. Да иди ты, укаешь мне здесь. Замораживаем. И бьем, 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 стреляем по нему. Просто-напросто, без остановки. Так, на тебе петарду. Как ты долго перезаряжаешь свой дротик, а, парень? Ну-ка давай, может быть, с пистолета будет лучше? Давай, 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 родной мой. Ну, Мишка, есть! Ребятулечки, по красоте. Мы с вами прошли первый эпизод. И мы открыли диванную подушку. Дополнительное здоровье нам дает она. Так, и мы выиграли с вами чемоданчик еще один. Так, монетки, монетки и монетки. Только лишь монетки. И монеток-то очень мало. Всего лишь 1446. Что такое бесконечный? Что значит бесконечный? Добро пожаловать в бесконечный кошмар. Сражайтесь с монстрами на разных уровнях и получайте бонусы. Чем выше уровень, тем сложнее. Не сдавайтесь и получите бонус. То есть вы мне хотите... Ну вот выбрал я, да. Бесплатные патроны будут выдаваться вам по ходу игры. Просто выберите нужный предмет и вперед. И за это я должен еще 5 гемов, что ли, заплатить? Ну, давай, предположим, я возьму вот это. И чё? Так, защита. Ах, тут у нас еще, ребята... А раньше не было защиты, смотрите, открылась защита у нас. Так, добавляет очки здоровья. Блин, я уже деньги потратил. Применено. Ладно, дополнительное здоровье. Так, ну что ж, хорошо. Играть. Ну ладно, хорошо, я потрачу, ребята, 5 гемов, так уж и быть. Хочу просто посмотреть, что... Так, первый уровень, да? Тут, я так понимаю, бесконечные волны. Сколько выживем, столько выживем, да? Так, 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 началось. Слушай, я надеюсь, ребят, что я вот это вот трачу. Зашибись, я трачу, а мне не восполняют. А написали, будешь получать бесплатно, ага. Где, блин, бесплатно? Ну, пока пачками я их крошу. Так, 3 петарды. Иди отсюда. Мега убийство, да? Оу. Нет боеприпасов, да, спасибо тебе большое, блин, обрадовал ты меня. Так, тихо, 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 тихо. Что за говнючки такие? Что за шкатулки? Это такие, ребята, обычно в фильмах ужаса применяются, я знаю. Так, ну-ка. Какие-то крабы непонятные ползут. Так, петарду отдай. Валенок, вали отсюда. Ну, кто еще? Есть желающие? Есть, ребята. Это бесконечно. А, нет, почему? Все кончается, ребят. Смотрите, вон наверху у нас идет время. Так, ну-ка. Наверху вон время идет, видите? Ну-ка, дай сюда овечку. Да ядрен ты батон. Дротик, дротик, срочно. Ух ты, смотри-ка. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, спасибо. Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Вот это бонусы. Так, еще овечка. Так, уровень 2, сложный. Блин, сложный написали мне. Так, ладно. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Главное, что... Да ёпрсте, главное, что вот этот, ребята, у нас автоматик, по-моему, бесконечный. Это хорошо. Пускай он, конечно, слабенький, но он бесконечный. И это мне нравится, очень нравится. Ну-ка, дай вот этих вот так вот сделаем.
Так, у меня еще есть петарды. Я все время, ребят, забываю, что у нас есть вот такие вот бонусы с вами. А про них забывать не стоит. Только с помощью них мы можем с вами очень далеко... Дай овечку. Очень далеко и хорошо пройти. И главное, самое что эффективно. Иди ты, валенок, отсюда. Достал уже. Так, у нас есть морозилка. Можем морозилку... Зачем я сейчас использовал? Ума не приложу. Я ведь мог так их расстрелять. Эй-эй-эй-эй, овечка. Так, морозилка-то хорошо. Ну давай-давай-давай-давай, стреляем. Расстреливаем валенки. Тут еще не подшиты, старенькие идут. Тихо, ребят, мы с вами... Смотрите. Вторая волна это была, между прочим. Вот что я вам хочу сказать. И третья волна, наверное, самая сложная будет. Но если мы пройдем, это будет чудесно просто. Может быть, какой-то мега-бонус нам дадут. Так, овечка, я вижу тебя. Замораживаем. Так, по красоте. Так, опять эти ребята-крабы. Так, секунду, не подходи. Подошел практически, ребят, ко мне. Ну-ка. Ай, как мне нравится, ребята. А я представляю, если нам еще этот динамит улучшить. Ну не динамит, а петарда на самом деле. Как она будет бомбашить, а? Ты можешь представить? Последняя волна, понял. Типа, приготовься, рейчик, сейчас будет жестко, да? Я уже, я всегда готов, ребят. Я всегда готов к таким вот приключениям. Tower Defense для меня это, знаешь, не впервой. Сколько мы в таких играх, ребят, с вами играем. Тихо, иди отсюда. Иди, говорю, отсюда. О, так что-то там нам динамитик дал. Есть, ребят, я прошел полностью. А, это этаж первый был только. Ого, ты посмотри, какой мне, ребят, дали саквояж. Зубастый. Ну-ка, Ся, что ты мне дашь? Так, монеток дал много. Так, понятно, кристаллы сна. И дал, ребята, один осколок от скина. Элемент крутой. Вот так вот. Продолжить. Нет, не будем мы продолжать, ребята, уж как-нибудь потом. Главное, что у нас открылся с вами второй этаж. И также мы с вами переходим на эпизод 2. Но на этой ноте, я думаю, что нам надо завершать. Если, ребята, вам игра эта понравилась, то можете прокомментировать, поддержать меня лайком. И мы продолжим тогда в следующей серии. Ну а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.